Элита Арксплюй Продакшн представляет. Привет, мои любимые. Мы продолжаем прохождение Ведьмака 3. Как они много базарят, это просто забейте. Ладно. Сейчас я подготовлюсь и начнем. Мы остановились на том, что взяли новое задание и решили собрать крутой меч. Но для этого нам нужны составляющие. Давайте посмотрим, что у нас есть. О, теперь буду знать, что на кнопку N это медитация. Ладно. Нажимаем на M, и вот мы видим карту. Что мы видим здесь? Во-первых, нам нужна доска объявлений. Обязательно мы будем выполнять все миссии. То есть нам, в принципе, нужно в эту точку, да? Ну давайте, телепортнемся сюда. Телепортация. Нет. Побежали. Так, там мы все взяли. Хорошо. Еще здесь есть сундуки, я знаю. Но там стоит стражник, он нас запалит. Убираем бег. Хорош, хорош. Нифига он умеет по лестницам ездить. А, быстрый переход. Ну, мы знаем, что есть быстрый переход. Пойдемте по быстрому переходу. Вот уже видим баг. Используйте знак, знак, знак. Ну, понятно, допустим. Хорошо, нам нужно в эту точку. Ну, пойдемте. Давай, братюня. Само собой, мы будем выполнять все дополнительные задания. Все. А, здесь у нас рядом охотник получается, да? И сразу где-то рядом еще... Вот она, да? Травница. Ну вот, все в одном месте, смотрите. Ну пойдемте. Еще мы могли бы купить одежду. Сколько у нас денег? Денег у нас мало, нам не хватит на одежду. Наш не будем покупать. А, нам нужно серебро, правильно я помню? Давайте глянем. Так, что у нас здесь есть? У нас есть ремесло. Еще вот какая-то куртка. Ну ладно, потом посмотрим. Давай. А, чертеж. Серебряный меч школы змеи. А, о, как много надо-то. Изумрудная пыль. Она, кстати, она дорогая, да? Как я помню. Яд нам нужен и слиток серебра. Или серебро. Приветствую. Давай, 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 братюня. Дай-ка. Ничего у него нету, как я понял. Серебра нету у него, да? Ну ладно. По дороге. А, травница. Травница, у нее будет яд. Хорошо. Что, пойдете тогда сейчас возьмем задание? Все, что можно. У нас куча бафов висит. Так, лошадь нам не нужна. Ишь на полях Нильфгаардской страны. Эмгир император наделал штаны. Ох, наделал штаны, ох. Хорошо. Так, давайте подумаем, куда нам сейчас пойти, я вот думаю. Посмотрим на карту. Да я все это уже читал, да. Смотрим задание. У нас есть дополнительные задания. Пропавшие без вести. И еще у нас собрать полную коллекцию карт. Вот, кстати, да, мы будем играть карты. Офигенная игра. А, еще вот, это ведьмачьи заказы. Ведьмачьи заказы. Или ведьмачьи, я уже забыл. Во! Вот это, во. Давайте мы сейчас пойдем пока поохотимся на призрака. Интересная тема. Вот он. Еще здесь заказ. О, как много заданий-то, а. Так. Хорошо, тогда выполним сначала это задание. Очень много заданий. Что здесь произошло? Да вот что-то прохладно мне стало ночью. Вот я и развел огонь под кузней. Потрескивало так приятно. Заодно и колбаску пожарил.
Ну как ты думаешь, что случилось, баран? Спалили мне халупу, мастерскую. Все я потерял. Все. Следи за языком. Мне очень жаль. Не очень жаль. Ты кого-нибудь подозреваешь? Да всю деревню. Я живу здесь полвека, думал, они меня своим считают. Но все поменялось, когда пришли черные. Я единственный кузнец в округе, так что приходится и на гарнизон работать. Клепаю пугнутые панцири, подковы ставлю, все такое. Нильфгаардцы не платят ни гроша, дают только материалы и приказывают. А люди-то не верят, они думают, что я богатею на их несчастьях, сплю на куче золота, вроде как дракон. Перестали со мной разговаривать, плюются при виде меня. А теперь вот это. Я могу поискать поджигателя за плату. Удачно тебе остроиться была. Не, конечно, мы им поможем. Я могу найти этого поджигателя, если ты готов заплатить. Немного у меня осталось, но я дам тебе все, лишь бы ты привел этого сукина сына. В ночь пожара я слышал, как что-то шевелится за хатой. Я там потом поглядел, но никаких следов не нашел. Но у меня же нет кошачьих глаз. Ладно, удачи. У меня есть кошачий глаз, шоколадный глаз есть у меня. Хорошо, интересное задание. Давайте мы его выберем, наверное. Как его выбрать? Вот, игра с огнем. Хорошо, поехали. Ну что ж, самое интересное начинается. Сохраняемся и пошли искать. Сначала забираем все, что у него можно. Нам, не забывайте, нужны материалы как можно больше. Как можно больше материалов. Вот, точильный станок. Можно баф наложить. Хорошо, интересные места. Опа! Вот и поджигатель. Как его убить? Мне мама не позволяет с чужими разговаривать. Нет, это не он, ладно. Ага. А ты любишь сверчков? Ты их грызешь или глотаешь? Сверчков? Так. Ну что ж, смотрим. Вот мы видим на карте территория. Территория. Будем обыскивать. То есть мы, по идее, должны что-то найти. Какие-то следы поджога. Вот вы видите, подожгли кузницу, типа. Домик его. Что это у тебя с рожей? Что? О! О! Так, вот нам красная жижа. Стружка от огнива. Поджигатель, похоже, зажег здесь факел, бросил его на крышу, а потом пошел в сторону сада. Ну, согласитесь, да, шикарно вообще придумали эту тему, разыскивать. Могли просто так же сделать игру Шерлок Холмс, так же, чтобы он ходил, вынюхивал следы и так далее. Следы сапог. Мужские, большого размера. Ну что ж, отойдем по следам, где другого варианта нет. Пойдемте побыстрее. Оп-оп-оп. Смердит человеческой мочой и водкой. Ой, фу! Ну ты чё? И смотрим, куда приведут нас следы. А, вот она! А может, вы бы нас от Златы избавили? Что избавили? Подождите, что? Что надо сделать? Дикая охота на небе всегда к войне. Ага, следы пропадают. Он снял башмаки и вошел в воду. Видно, хотел запутать следы. Удочка, ну говно всякое. Хорошо, зашел в воду, значит, да? О, там рыбак, смотрите, прикольно. Ну, пойдемте тоже в воду зайдем. И чё? Так, вот, всё. Ну? Вдобавок ко всему, он потерял башмаки. Что?
Что-то выскочило на него из камышей. Утопцы, но он сумел убежать. Утопцы, говоришь? Где утопцы? Да вроде все нормально. Ладно, идем дальше. Что надо? Не вошла кровь. Да не сильно, рана была неглубокая. Следы ведут обратно в деревню. Бабка моя рассказывала, как Кузнецов сынок пропал. Мужики начали ведьмака пытать. Тот аккурат случился у околицы. Но он отнекивался. Вот. Так, все, мы видим дом. Башку-то и отрубили. Было такое. Только мальчонку утопец сожрал. Ну давай, давай. Ни при чем. И что тогда сделали? След обрывается. Я смогу узнать его поранее. Как я понял, здесь, по идее, можно все вещи забирать, да? О, вот он стоит. Где утопца? Это должно быть он. Все вещи можно забирать только, кроме тех случаев, когда рядом стоит охрана, как я понял. По крайней мере, еще ни разу за это не ругали. Ну, давайте возьмем. Ну? Чего вам надо? Ну, видите, да, им вообще, им срать. Мне мама не позволяет чужие разговаривать. Да. Да, им все равно. Я не знаю, почему так сделали. Странно. Например, в том же Скайриме там ругались, орали. А здесь, вы прикиньте, да? Живете в доме, какой-то мужик приходит, короче, и достает вещи спокойно. А у вас ноль реакции. Просто сидите, кушаете дальше. Ну, здорово, братюня. Поганая рана. Нарвался на утопца? А тебя ебёт! Он не только поджигатель, но и мастер остроумного ответа. Ну пойдем, кузнец с тобой поговорить хочет. А я с нелюдьми не разговариваю, потому как они ублюдки все. А краснолёты из них наихудшие. Жадные, как сороки. За золото все сделают. Мечи кулют, которыми нам нильфы потом горло режут. Верно я говорю? Послушай, договоримся как человек с человеком. Ты меня не выдавай, а я тебе заплачу. Матушка у меня представилась недавно. Продал я ее инструменты. Кое-что уже потратил. Но что осталось, будет твое. И у нас два варианта. И речи быть не может, ты пойдешь со мной. Будь по-твоему, но завязывай с поджигательством. Ну, конечно же, мы не будем отпускать его. Я в отличие от сорок и краснолюдов не жадный, так что ты меня не подкупишь. Ах ты, сука! Сейчас ты у меня получишь! Попробуй и успокойся, иди со мной. Смотрите, как бы здесь такая двоякая ситуация. Второй вариант, да, он его успокоит. Ну не знаю, есть ли смысл. Мне кажется, второй вариант слишком легко. Ну давай, я с удовольствием разомнусь. Так, тихо, подождите. Попробую. О, драка, драка! Ну! Тихо, братюня! Больно, ой, как больно! Тихо. Здесь почему-то не работают у вороты, то есть нельзя кувыркаться. О, хорошо, прописал, псине, тупой! Тихо. О, как больно, да ладно! Да что ж такое, зажали. Нельзя проиграть. Да ты да, сделай один. О, все. Фух. Перестань. Я сдаюсь. Курва. Нос меня сломал. Но не ноги, так что пойдешь со мной к кузнецу. И по-хорошему советую на этот раз без глупостей. Милости прошу, деревенский поджигатель собственной персоной. И пелка? Ты? Я с твоей матери ни разу гроша не взял. Так-то ты меня отблагодарил. Но с меня хватит. Эй, солдат, на минутку. Нет, Вилли, умоляю, я выпил. Не знал, что делаю.
Я вам уже говорил, мастер Вилли. Поможем вам отстроиться, как только придет подкрепление. Материалы уже заказали. Да не в этом дело. Вот поджигатель. Ведьмак его поймал. Эта кузница имела стратегическое значение для гарнизона. Значит, ее уничтожение — саботаж. Значит, обойдется без суда. На дерево его! Пока! Да уж теперь-то тебя в деревне полюбят. Суровая кара. Нет, не суровая. Уж теперь тебя в деревне полюбят. Уж теперь любись они все в жопу. Ты знаешь, сперва я тоже нильфов ненавидел. Теперь вот думаю, может, хоть они здесь порядок наведут. Научат этих лодырей манерам. Но да не важно. Твоя награда. И, кстати, я ж кое-что успел вынести из пожара. Ты наковальня цела. Кое-что могу выковать. Так что, если что понадобится, скажи, сделаю скидку. Опа! Так, получили опыт, дал нам какие-то предметы, бабло дал. Хорошо, это очень хорошо. Давайте глянем, что у него есть. Приветствую старого клиента. Чего тебе... Покажи мне свои товары. Покажи, что у тебя есть на продажу. Вот! Здесь гораздо все красивее. Гораздо. Нам нужен слиток серебра. Есть просто, это компонент. Это у нас... О, давайте посмотрим, что можно купить. Железная руда, нет, не вариант. Дерево, уголь. Ну, во-первых, самое главное, нужен изумрудная пыль нужна. 549. Господи, откуда такие цены-то? 549. Серебро. Нам нужно прочитать будут записки все, кстати. О, материальная... Так, метеоритная руда. Подождите, у нас есть уголь. Из нее тоже можно что-то получить. Разобрать. Так, где там руда? Нет. У нас сейчас серебром здесь и не пахнет. Ну ладно. Короче, пока мы ничего не купим, мы можем купить рецепт. Магический предмет. А, потом. Бывай. Сейчас самое главное, нужно выполнить задание. Мы сейчас пойдем, короче, убивать призрака еще одного. И там, я думаю, что-нибудь найдем интересное. Какие-нибудь предметы, материал. Так, вот заказы. Пойдемте. Смотрим, куда нам идти. О, здесь два шага идти. Ну, где моя лошадка? Поехали. Шевелись, плотва. А, все? Лёль! Да, здесь нужна была лошадь, по-любому. 2 метра проехал. Забавный ты человек, забавный. Давайте быстренько осмотримся, что у нас здесь есть. Нам нужны материалы. Само собой, здесь всем срать, можно все воровать. Так, тихо, вот, вот, серебро, смотрите. А, вот, серебряная руда, это хорошо, из нее мы можем получить серебряный слиток. Это будет только один слиток, нам еще нужен изумруд и яд нам нужен еще, яд. А, также нужно прочитать записки быстренько. Прочитали. Прочитали. Прочитали, я очень быстро читаю, очень быстро. У нас есть хлеб, это хорошо. Можно похилиться потом. Что еще? Вы дали, да? Зашли в простой дом, нашли много материалов. Много полезных материалов. Какие-то звуки страшные. Ты же не против, чувак, да? Ты не против, я думаю. Спи, деточка, спи. Ага. Давай. Прикиньте, подходит мужик, да, сидит. А женщина с ребенком, мужик подходит и прям сверху берет предметы и пошел дальше такой. Реалистичность зашкаливает. С
Здравствуй, хозяин. Я вот прочитал, что у вас беда с колодцем. Как есть беда. Призраки там завелись. Уже лет 20 как. 20 лет? Что ж только сейчас спохватились? Потому как раньше мы черпали воду из реки. А после битвы столько в ней трупов плавает, что она отравленная стала. Дочь моя Люба выпила полкувшина и совсем разболелась. Лоб горит, еды удержать не может. Со дня на день все хуже. Травница говорит, что человек в лихорадке много пить должен. И не пиво или брашки, а воды как раз. Непременно чистой. Откуда же ее взять, ежели нет колодца? Духа сначала прогнать нужно. А он и подойти никому не позволит. Как этот призрак выглядит-то? Опиши мне этого духа. Ну, страшенный он жуть. Как он выглядел-то? Похож вроде на девку, но такую, что только из гробу встала. Платье на ней грязное, все изодрано, кожа прямо кусками сходит, а воет, будто страдает очень. Значит, какой-то призрак. Или альп. Да как ни назовите, мастер-ведьмак. Если вы им не займетесь, схороню я доченьку мою. Я тебе помогу. Обсудим мою награду. Ну, само собой, надо обсудить награду. Это же ведьмак. Ведьмаки, они работают только за награду. Мне жаль тебя. Но работа есть работа. Надо обсудить плату. А что не так с платой? Торг. А, то есть мы можем торговаться, короче говоря. Как я понял, он предлагает базовая ставка 20 монет, итоговая 20. Почему только 27 можно? Почему нельзя больше? 50? И у него есть раздражение, то есть он может злиться. Если вот я сделаю 27, он будет против. Давайте сделаем, ну, 25. Вы бы скинули еще чуточку, тогда бы мы договорились. Ах ты, проститутка. Ну, 24 делаем. А если я еще раз сделаю 25? Вы бы скинули еще чуточку. А, понятно, чуточку, то есть нельзя так, да? Тогда бы мы договорились. Ну, здесь, видите, 24 максимум. Вот и договорились. Хорошо, помогу тебе. Так где этот колодец? В Хущах. Это хутор такой был, к югу отсюда, на пригорке. Никто туда не заходит, потому как дух, понимаете, прогоните его. Очень прошу. 24 монеты, прикиньте, что за деньги? Сколько там стоит изумруд, который нам нужен? По-моему, 500 монет. Мне дали задание 24 монеты. Но есть шанс, что мы там найдем что-нибудь. О, труп валяется. Все убили, да? Ладно. Пускай валяется, пойдемте, не будем терять время. Где выход-то? Вот он. Опа. Дверь открывается шикарно, автоматом открывается. Смотрим. А, нам нужно куда-то пойти. А, здесь же у нас еще и эта девушка, да? Травница. Нам сюда надо? Хорошо. Вот теперь нам точно нужен конь. Ко мне, быстрее. Поехали. Нам далеко ехать. Но здесь, я говорю, ваши идеи реализовали просто идеально. Там ускорение и так далее. По-любому здесь, наверное, враг есть, дайте угадаю, да? Я прям чувствую, как здесь нет врага. А, не, смотрите, нет. Так, все, приехали. Спасибо. Вот и несчастный колодец. Странно. От духа ни следа. Может, он появляется в определенное время? Так, найти духа, обитающего в колодце. Ну, давайте поищем. Так, уже видим следы сразу же. Трава вокруг колодца выжжена. Выжжена. Ладно. Так, что такое, собака? Ну да, типа собака. Тело высушено, следы ожогов. Судя по всему, это полуденница. Полуденница! Что подобрали? Так, подождите, я слышу посторонний звук пердежа. Кто-то мазит. Ну ладно, давайте быстренько осмотримся. Я не знаю, гриб вообще это нужен, нет? Ну давайте возьмем. Я не думаю, что можно оружие сделать из грибов. Вот, вот ради чего мы пришли. Говно. Говно.
Нет, в принципе, шкуры, насколько я помню, они дорого стоят. Да, шкуры нам нужны. Ладно, все собираем, потом посмотрим результат. Вот, это мне нравится. Мне нравится этот звук. Звук монет. И все? Все, что можно здесь забрать. Чистое серебро. О чем вам это говорит? Слово, а? Значит, что из него мы сможем что-то получить. Например, серебряный слиток. Так, почему застревает? Я бы... Так, тихо. Грабли? Зачем мне грабли? Нет, там что-то еще лежит. Ну! Вот же лежит говно. Дневник. Дневник может пригодиться. Значит, давайте сначала залутаем этот домик. Потом глянем, что мы подобрали вообще. Все, мы все залутали, да? Ну-ка, подождите. Дерево прям в доме растет. Ладно. Посмотрим. Так, что мы здесь подобрали? Начнем с конца. А, чистое серебро. Мусор. Это не мусор. Это не мусор. Стоит 50 монет. Из него, по идее, мы получим слиток. Вот шкуры. Вот видите, сколько стоит. Вот эта шкура 48, это 40. Нам надо очень много денег. Я не знаю, где я их возьму. Подобрали книжку. Нет, не то. Метеоритная руда. А почему он разделяется и здесь, и здесь? Почему другие предметы? Ну-ка, чистое серебро и серебряная руда. Ну, допустим. Грибы подобрали. Пластину какую-то. Где бумажка эта? Так, подожди, где-то книга была. Туалетная бумага. Нет, не то. Вот он. Пожелтевший дневник, все. Ну все, прочитали, идем дальше. Хорошо, смотрим, что у нас дальше. Еще один домик, правильно я понимаю? Здесь, как я понял, можно бесконечно использовать ведьмачье чутье. Просто нажал и все. Так, сало и шкура. Вот шкура, да, это хорошо. Руда и говно. Руда с говном — это хорошо. Идем дальше. Так, здесь все нормально? Да, нормально. И последний домик. Не, хорошая находка, очень хорошая. Хорошая находка. Так, сало, бутылка, шкура продать. Кукла? Какая-то кукла, не знаю, зачем кукла. Блюдо. Ладно, давайте потом будем читать. Так, туда пройти можно, да? Ну, давайте попробуем. Ах, мастер. Так, дерево нашли какое-то. Я всю жизнь мечтал найти дерево. Трубка. Ну все, пойдемте. Только как отсюда вылезти? А, это же ведьмак. О, хорош. Все, полностью все облутали. Что нам нужно сделать-то? Подождите. Найти духа, обитающего в колодце. Мне в колодец надо лезть? Похоже, полуденница не отходит от колодца. Прочитать о полуднице. Ну, давайте прочитаем. Так, это где у нас? Это сюда. Сюда, вот она, полудница. Вот, бою поможет. Ну, как обычно, ловушка, да? И здесь тоже ловушка, да. И здесь, а это что такое? Это я не знаю. Лихо у колодца? Такого мы еще не видели. Прочитал. Что-то привязывает полуденницу к этому месту. Какой-то предмет, без которого она не может уйти в иной мир. Похоже, полуденница не отходит от колодца. А, то есть здесь так сделано, видите, да? Я сейчас облазил все дома, я нашел предметы, все. Но, по идее, сейчас появился новый предмет. Короче говоря, здесь все по сценарию. По-любому здесь какой-то предмет появится сейчас, да? Мы же все облазили. Ну да, понятно. Все по сценарию, короче.
В мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна, но это не его кровь. В мужчину всадили нож, он умер на месте, а потом тело обглодали звери. Здесь какие-то кровавые пятна. Я понял. Это не его кровь. Пятна крови едва различимы. Кого-то сюда тащили еще живым. Следы окровавленных ладоней. Руки маленькие, женские, наверное. Она была ранена, дралась за жизнь. Тело не видно, но может я найду какие-нибудь следы? Иногда кровь видна даже через десятилетия. Еще один след у колодца. Ни хрена, у него зрение, он отсюда увидел след. Это точно ведьмак. 100%. Заяц? Вот она. А, она, наверное, висит следы здесь. Следы крови почти исчезли. Но нитка крови по-прежнему видна. Что-то не так. Труп повешен на веревке от ведра. Похоже, это хозяйка дневника. Широкий таз, маленькие челюсти, женщина. Судя по зубам, лет 30. Без левой руки. Надо сжечь останки, а перед этим понять, что связывает ее с этим местом. Может, у нее на руке был мужнин браслет, и кость потому и отвалилась? Придется прыгать. Надеюсь, не переломаю ноги. В смысле, прыгать в колодец? Широкий. О, это я уже смотрел. Может, у нее... Да, я смотрел, Спасибо. Ну давайте, прыгнем в колодец. Все, подох, да? Подох. Ой, уже видно следы. Так, нырять. Я помню. Уж, по-моему, уже ныряли. Ну! Ну да. Ой, как сложно-то управлять. Ну ныряй! Что-то взял, да? Ха-ха-ха. Ладно, что-то взяли. Но еще не все. Нам нужно найти это говно. Вот он, след. Ну. Нет, ну это просто бред. Вообще невозможно управлять. Да что ж ты такой инвалид-то? Почему он вверх плывет, если я жму С? Что за бред? Во, все. Ладно, просто мы не привыкли управлять под водой. Так, и что дальше? Улов удачный. Браслет с гравировкой. Ларри от Волькера. Похоже, этот браслет принадлежал женщине, которую я нашел в колодце. Отличная работа, но придется его сжечь вместе с телом где-нибудь поближе к колодцу. Иначе полудницу не изгнать. Полудницу. Ну давай, пошли. Так, что у нас здесь дальше? Ну, грибы у меня уже надоели, честно. Здесь хорошая мини-карта, все понятно. Вот, надо плыть вниз, это очевидно. Давай, 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 ныряй. Я не понимаю, что происходит. Как он так плавает-то? Мы плаваем по самому дну. Вот реально днище. Просто дно. Саное днище. Он носом уже проскреб все, что можно. А говорят, говно не тонет, видите, тонет. Давай, всплывай, братюня. О, подготовиться к битве с полуденницей. Сделать масло от призраков, выпить эликсиров. Масло от призраков? Что же это за масло такое? Куда им? Куда? Вот. О, это дом какой-то.
Да, здесь что-то есть. Сейчас будет, короче, драка-рака. Нашли меч. Железная руда нам не нужна. Чья-то хижина, короче говоря, рыбацкая. Все нам нужно, все продадим. Ну что ж, пойдемте драться. Он сказал, что будет драка, значит будет драка-рака. Еще бы это я подобрал. Такого я не помню цветка. А здесь что, далеко надо бежать? Нет, все, прибежали. Покинутая деревня. Ну давай, братюня. Так, призрак. Если призрак, мы читали, что нужна магическая ловушка, да? Сохраняемся и поехали. И браслет. Игни. Красавица. О, сработало. Так, что она умеет? Ну-ка, подожди, подожди. Ну, псина. Вот это боль. Сложный, сложный призрак. Сложный. Ой. Ага, она разделилась. Проститутка. Давай. Я же профессионал. Ну, о чем ты говоришь? Все игры. Она ахиллеса, мразь. Иди сюда, чмо, иди сюда. На, пес. Слишком просто, ну слишком. Эх. Она ушла. Навсегда. Пока. Это было слишком просто. О! А это... Вот ради чего мы пришли. Вот вы видите ради чего? Вот. И здесь есть изумрудная пыль. Значит, у нас будет новое оружие. Я вас поздравляю. Нашли какой-то трофей. Отлично. Так, все. Ну, я думаю, это место официально зачищено. Я все здесь сделал. Все прошарил, каждый метр квадратный. Хорошо. Ну что ж, давайте мы на этом закончим. Нашли множество ресурсов. То есть в следующей серии пойдем сделаем себе оружие и будем выполнять другие миссии. Всем спасибо за просмотр. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал. Вступи в нашу группу.